Всем привет, дорогие друзья, и сегодня мы с вами будем ставить очень крутые штучки. Мы сегодня зачистим все локации провиантом, посмотрим, что откуда выпадает, заберем ресурсы для нового дома, конечно же, ну и повеселимся немного. Ребят, не забывайте обязательно прожимать лайки, подписываться на мой телеграм-канал, потому что там на 12345 подписчиков я разыграю вот такой вот портфельчик черешня. Заходите по ссылочке в описании и просто подписывайтесь, будем делать розыгрыш. Значит так, смотрите, друзья, первым делом, что я хотел вам показать. Очень крутая штука. Вы просили в прошлом видеоролике мне показать вот этот трудовой набор. Вот, давайте посмотрим, что с него вообще можно выбить. Тут все хорошее, да, все идеальное, но меня только интересует на этом аккаунте вот эта штучка. Это скворечник, уютный домик для птиц. Зачем он нужен? Давайте сейчас посмотрим. О-хо-хо, в первую очередь выпал. Красавчик, красавчик. Сейчас забираем все ящики, что тут выпадает. Ой, тут рандом еще такое серьезное. Короче, три мины сразу выпадают. 40 пластин. Ой-ой-ёшечки, просто нереально много, да? Ну вот, миниган еще выпадает. О, не, ну меня... С одного, вы заметили, что мы с первого раза выбили эту штуку. Прикольно же. Вот. Ну, один ящик можно было брать и выбивать. Я просто думал, что я не выбью, но все-таки мы выбили. Давайте мы его поставим, посмотрим, что он делает. Я вам покажу, как вообще это все дело работает. Вот, куда мы его будем ставить, я вообще не знаю. Но. Давайте мы, короче, сломаем пол. Да, давайте сломаем пол вот тут, например. Вот, не знаю, нужно это правильно или неправильно, но я сломаю, если что, потом поставим. Вот, значит, мы ставим вот здесь этот скворечник. Посмотрите, в чем прикол. Вот, если мы возьмем, подойдем к нему, положите семена, чтобы птички не голодали. Что это вообще такое? Нужно семечки. Семечки у нас есть, конечно же, есть. Закидываем какую-то двадцаточку для проверочки и давай посмотрим, что же произойдет. Бабам, 20 дней, 20 семян. Тут летают птицы. Должны летать, конечно же, птицы. Только как? Я не знаю. Но они должны вылетать как-то. Вот. Ну, вроде бы пока не видно этих... О, смотри! Вау! Круто! Вы увидели, ребятки? Как только ты подходишь к нему, они подлетают, да, получается? Вот это круто! Вот это вообще топ! Класс! Мне нравится. Вот это побольше бы таких приколов. Вот, очень было бы круто на это посмотреть. Посмотри, как они летают. Красиво же? Ой-ой-ой, как же офигенно все. Вот, три птички, да? Я не знаю, что это за птица. Это, скорее всего, ласточки какие-то или что за птички. Но красивая тема, да? Вот идешь такой, чик-чик-чик, они пролетели. Хорошая же штучка, мне нравится. Не знаю, вы можете написать в комментарии, как вам вообще эта тема. Ну, мне очень сильно нравится. Вот такая вот тема, ребят. Так что, если кому интересно, пробуйте забирать. О, еще полетели. А если мы так будем бегать, не подходить? Они там еще и сидят. Ты посмотри, они еще и сидят там. Так, а если я отойду? Во, они слетелись. Смотрите. Я не знаю, что это за птицы, но прикол. Вот это прикол. Класс, смотри, они подлетают и улетают. То есть, они боятся, наверное, когда я подхожу. Хм, а ну-ка мы отойдем чуть-чуть, посмотрим. Вот так, смотри, они слетелись и сидят. Ну, красиво же, ребят. Вау, прикольно. Мне очень нравится. Не знаю, напишите ваше мнение в комментарии. Конечно, да, донатная шляпа, я согласен с вами. Донат это какашечки. Но без этого, конечно, мы не проверим, как оно работает. Вот так вот птичечки у нас улетают. Прикольная тема, офигенная, просто офигенная. Вот, значит, с этим понятно. Что дальше? Давайте мы, короче, выезжаем на глобалочку. Я обещал вам пройти все локации провиантом. Все верно, да. Все локации провиантом, мы сейчас пробежимся. Я хочу посмотреть, что-то может быть, какие-то ресы может выпадать. Я не знаю, давно, я всегда чистил каждый сезон провиантом все локации. И сейчас мы посмотрим, что еще можно здесь нарисовать с этим провиантом. Так, напомню, что у меня не пройдена заправка. Я, по-моему, ее активировал, но я не прошел, надо будет зайти. Я сегодня бы хотел пойти в ферму, хотел пойти сюда в мотельчик забрать шурупики, сходил сюда сходить в заброшенную фабрику. То есть, я сегодня, наверное, пробегусь так нормальненько. То есть, пройдем по всем локациям, заберем все ресурсы, которые есть. Давайте начнем с красных локаций. Что тут выпадает? Только для сезона очки и все старое. Все понятно. Для сезона старые очки, понятное дело. Тут у нас все тоже. Семечки разные, вот. Ну, мы попробуем почистить все. Абсолютно. Даже поедем, наверное, в порт почистим.
Так, тут у нас... Ничего интересного, понятно. Так, я чисто так, знаете, вспомнить. Вспомнить, что вообще здесь выпадает. Может, кто-то не видел, да, что выпадает. Как раз посмотри, особенно новички, которые подписались недавно. Они не знают, что здесь выпадает. Это 100%. Вот, здесь как бы вот такие вот пироги выпадают. Ну ладно, окей, пироги. Так, давай дальше посмотрим. Медяночка здесь выпадает, бокситик 1800 дается, неплохо. Ну, по-моему, за бункер альфа 2000 дают. Ну, сейчас проверим. Так, это тут у нас понятно. Вот, по несколько раз прочистим, чисто так посмотрим, что, что и как, и почем, и зачем. Так, 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 так. Угу, понятно, 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 окей. Так, дубовая роща также посмотрим, давай. Локация зачищена. Тоже ничего сверхъестественного не выпадает. Обычные ресы, такие, как и должны там быть. Фермочка. Поехали фермочку. Проволока выпадает или нет? Мне вот интересно. Ну, скорее всего, вряд ли, но проверить нужно. Так, тут нету ничего. Давай еще. Ну, мне кажется, она не выпадет здесь. Тут только через зачисточку ручную. Ручная зачисточка должна быть, и тогда может что-то выпадет. Вот, а так нифига. Нифигашеньки. Нету, ребят. Ну, откуда тут, вот скажите мне, семена кукурузы? Откуда они там взялись? Тот же росток, которого там нету нигде. Оно выпадает оттуда. Как-то очень странно, ну... Ладно. Так, тут мы прошли. Мотельчик. Давай мотельчик. Тут у нас шурупы должны быть. Я хочу просто забрать на этот аккаунт эти ресурсы. Вдруг в будущем они не пропадут. Я не знаю, пропадут, не пропадут. Но мы заберем, проверим и так далее. Так, тут у нас понятно, понятно, понятно. Понятно, понятно. Ага, ага, ага. Ничего не выпадает такого интересного нового. Понятно. Все. Так, тут эту часть мы прошли. Здесь мы можем что-то начистить. Да. Мы можем фабрику попробовать. Да, давай. Ай, обновится через, да? Обновится через. Ну, фабрика чистится. А что с нее должно выпадать? Это антенны. Антенны не выпадают. Антенны не выпадают. И это очень как-то плохо. Да, конечно. Блин, я думал, может есть какой-то шанс, знаете, раз 50, например, прочистить, и может какой-то шанс выпадения этой антенны. Но нет, скорее всего, что нет. Вот, как вы видите, антенн никаких не выпадает. Вообще абсолютно никаких антенн. Блин, а чё так-то? Раньше я помню, когда, знаете, появлялись какие-то локации, там, где вот мозги были зомби, там, разные пробирки, вот, мы выбивали, и я чистил через провиант на основе, ну вот, и все выпадало красиво, а они сейчас, видите, сделали так, что оно не выпадает, вот нет. Ну, с одной стороны, это да, правильно, потому что донатеры смогут, например, вот так вот, как я, почистить и все быстренько выполнить. Но сейчас, как видите, вот эта тема не работает уже. Так, бункер альфа, не помню, что тут у нас. Тут нет, не работает, тут тоже не работает. Ну, это обычная лока, давай разок ее чистанем. Вот, тут тоже мусор разный выпадает, здесь у нас что... Также мусор разный выпадает, то есть ничего необычного. Бункер альфа 2000 очков должно, да, 2000 очков, как вы видите, есть. Вот, ну бункер альфа, это бункер альфа, то есть тут уже понятное дело, что это максимально сложный режим. За 15 провиантов мы можем выбить вот такие вот резки, гранаты особенно выпадают, разные слитки, шевроны, жетоны, баллоны. Ну вот, короче, разная борода выпадает здесь тоже. Обычные ресурсы, которые находятся в бункере, они выпадают. Здесь даже ракетницы здесь сыпятся. Вот, непонятно, конечно, как, но вроде бы понятно. Так, очень много слитков, очень много остальных слитков здесь. Это хорошо, с одной стороны. Так, ну все, здесь, в принципе, больше нету ничего, ничего, да, больше ничего не выпадает. Так, здесь у нас смотровая вышка, мы туда не пойдем, здесь у нас полицейский участок. Полицейский участок-то какой? Вот такой вот у нас полицейский участок. Так, давай еще полицейский участок. О, выпал у нас книжечки. Книжечки, книжечки. 1400 маловато дают, конечно. Но для сезончика. Сейчас мы прокачаем как раз сезон. Я не знаю сколько, но прокачаем. Я хочу еще поехать на вот эти, на локации с катера. Потому что там я очень давно не был. У меня как бы закончилась, по-моему, водоросли. Как раз заработаем немножко. Сейчас мы ее прочистим немного. Так, ну тут, как вы видите, все тоже, все тоже, все тоже. Ничего особенного. Зеленые карты выпадают. По-моему, синие выпадают, если я не ошибаюсь, но очень редко. Вот, зеленые карты. И мы видели с вами опять зеленые карты. И все, больше нету карт, да? Угу, угу, угу. Понятно. Короче, здесь у нас, как вы видите, все, что было, то и осталось. Это 26 сезон, правильно, я думаю? Может, неправильно, ну, давай посмотрим, какой там сезон, 27-й, я уже сбился со счета. Так, ну что, эти локации мы пробежали, давай, короче, побежим сразу
вот сюда. Вот, что я хотел? Хотел, что-то хотел пробежать. А, заправку. Заправку нужно, потом после заправки. А мы можем вообще поочередно побежать, это все дело пересмотреть. Теперь на катере, друзья. На основном аккаунте у меня все тут есть. Вот, я сейчас хочу сделать, что лучше сделать на новичке, АТВ или же катер? Напишите, пожалуйста, в комментарии. Вот, потому что некоторые пишут, когда ты сделаешь АТВ, когда ты сделаешь катер. То есть каждый по-своему что-то пишет. Вот, напишите, чтобы вы сейчас бы прочистили, потому что, о, вернее, сделали и зачистить новую локацию. Это или же АТВ, или же катер. Просто напишите на новичке без доната. То есть вы поняли, чаечки здесь у нас тоже летают. Давайте поедем, сейчас быстренько залетим, посмотрим, что у нас там по зачисточке. Чисто ради интереса посмотреть, что они могут нам зарядить сейчас с этих локаций. Так, мне сейчас в данный момент нужен, конечно же, в первую очередь, наверное, все-таки водоросли. Так, у нас есть тут две локации. Песчаный кратер и мертвый остров. Вот, ну, вышка, понятное дело, не чистится. Давайте с песчаного кратера начнем. 800 дает. И здесь, что самое важное, это кварц, это песок и это водоросли. Вот и все. Вот и все ресурсы, которые тут самые-самые топовые, самые нужные и так далее. Понятное дело, что... если бы что-то добавили, оно бы уже, наверное, скорее всего, выпало. Но я не вижу, не вижу. Жалко, что пока не чистится у нас локации за наш вездеход. То есть болотные локации, там, где выпадает ясень и так далее. То есть ясень было бы тоже интересно почистить, посмотреть. Но, к сожалению, они пока не сделали этого. Я не знаю почему, потому что ясень такой ресурс хороший и дорогой, скажем так. Но такие вот дела, ребят. Так, окей, let's go, let's get it here, gear называется. Надо ехать дальше, да? Почистили немножко, заработали немножко, хорошо, окей. Ну, то, что говорил, сделал. Поехал туда. Не, подожди, эта локация не чистится, я забыл, что она такая. Вот, блин, а я полетел туда. Ну, ладно, так. Тут у нас нефтеперерабатывающая вышка, необходим транспорт, Ми-24 пишет. Понятно. Вот и все. Все локации почистили. Ну, эти локации 2-3 не чистятся, по-моему. По-моему, они не чистятся. Но дело такое, ребят. Так, ну что, теперь можно пойти на фермочку быстренько, да, доступ запрещен. Как это запрещен доступ? Не понял. Не понял. Прикол в том, что я поехал туда на катере, а назад я бегу пешком. Вы видите, по морю бежит. Просто по морю челик бежит. Без катера. Катер оставил там. Так, а так он зайдет. О, а так вот зайдет. Бежать. Все, катер где-то потерял вот здесь. И побежал сразу на ферму. Давай на ферме будем быстренько подчистим. Потом поедем подстроим свой новый домик. Вот. И будем по чуть потихонечку это все дело делать. Я не буду тут собирать ничего. Только те ресурсы, которые нам важны. А это у нас проволока на данной локации. Тут у нас будет супер быстрое прохождение максимального уровня. Вот, скажем так, спидранчик такой небольшой. Вот. Чисто так вот по фану пробежаться, не ради какой-то экономии, а просто там ради пострелять зомбарей, да, с хорошего оружия, с тех же скаров и так далее. Мы потом поедем, восстановим эту всю тему, я не буду их добивать вот до конца, а сделаем ветер просто нереальный. Да пошел вон! О, хорошо, так, это уже можно восстановить, давай, я надеюсь, что этого хватит, а может даже и не хватит, не знаю. Пошел вон отсюда, пошел вон отсюда, дядя. Так, тут проходим, бычье пошло. Ого, пацан. Ну, давай посмотрим, сколько скара уходит на одного разорителя. Вот, чисто так, ради экспериментика, сколько скара уйдет с модами на одного разорителя. Уже половинки нету практически. Ну, почти половина. Половина, процентов 60 мы потратили, да, скара, чтобы убить одного разорителя. Ну, в принципе, это не сильно много. Давай, 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 до свидания, дядя, ты чё? Оп, ай, как хорошо. Скарчик — это тема, конечно же, тема очень хорошая. Щеночек, сюда иди. Вот, тема вообще идеальная. Скарчики мне нравятся. Так, здесь у нас проволочка, заберем ее на следующий раз. И если, конечно, у нас получится это сделать, да. Пошел вон, хорошо. Как будто терминатор. Ой-ой-ой, как я добил жестко. Так, пошел вон. Давай, 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 давай. Улетели. Вот тут только посмотрю, может какая-то хилка выпадет, что-то такое интересненькое. Так, бейсбольная бита есть у нас. Ну, короче, борода здесь выпала у нас. Иногда тут корм для щенков и красные талоны выпадают. Я всегда забираю.
Вот, ну тут у нас хилка, давай заберем хилку. Все, полетели дальше. Полетели, полетели. Первая фермочка у нас есть, вот видите, ну минуту, сколько мы потратили? Одну минуту. Вот, одну минуту потратили и сделали себе как бы немножко проволоки на следующее обновление. Не знаю, ребят, исчезнет она или нет, мы с вами это проверим. И потом уже будем смотреть, стоит собирать или не стоит, я не знаю. Но выходим, 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 выходим с данной локации. Поедем сейчас мотельчик, подвальчик, также пролетим, там буквально минута. Ну вот. И потом отправимся на шоссе, там где у нас лежит свеча зажигания, которая нам нужна для того, чтобы прокачать наш домик. Вот. И еще я бы, я не знаю, может быть в порт сбегать. В порту, помните, я на новичке в прошлом видеоролике, где убивал громилу, выпал нам, по-моему, асбест на верхнем этаже. То есть не снизу где-то, да? А на верхнем этаже. И вот это уже интересненько. Так, а здесь знаете что? А здесь, я не знаю, хватит ли мне. Мне надо транзисторы. Транзистор, блин, надо было на ферме набрать. Там, по-моему, есть транзисторы. Вот. Ну, давайте, может быть, в мотеле найдем транзисторов немножко. Бам-бам-бам-бам-бам. Транзисторы. Сейчас быстренько перечистим. Здорово, пацаны! Я пришел вас лупить огнестрелом не по-детски. Сейчас пару ящичков откроем. Пошли вон, гаденыши вонючие. Вы даже не успеете ничего сделать. Сейчас черешня вас тут развалит просто. Не, ну Скар это тема серьезная, ребят. Скар это тема такая, что капец просто. Просто идеальная тема. Давай мы быстренько сюда зайдем. По-моему... Ах, смотря здесь, я не помню. Есть один ящик, там где гранаты выпадают. Давай мы его тоже зачистим. Гранаточка лишняя не будет. Гранаты можно где-то там использовать на каких-то локах интересных. Ну, это дело уже такое каждого. Вот, взрываем быстренько, залетаем, разбиваем всех. Пошли вон отсюда, открываем. Так, скарчики еще есть у нас? Есть, конечно же. До свидули, дядя. Вот, тут смотрим. Тут, как всегда, граната, ребят. Как ни крути, граната выпади. Выпади или выпадай. Вот, мясницкий нож пока отдыхает. Вот, тут у нас дядя Терминатор бежит. Пошел вон. Вот, тут у нас пацаны, ребята, добрый вечер, малята. Тут тоже все такое. И проверим еще пару ящичков. Может, какой-то транзистор выпадет. Вот, мне нужно на фабрику транзисторы или побежим домой. Вот, тут нету ничего интересного. Так, вот тут у нас что-то есть или нету, нету, закрыто. Вот, ну, с Каром, конечно, это имба просто, имбическая. Так, о, транзисторы. Забираем. Так, я не знаю, по-моему, изоленточку я тоже возьму. Изолента тоже нужна. Ну, пускай будет. Так, это пока заберу. Сейчас мы это все скинем. Тю-тюх. Такой скинчик, конечно, не сильно крутой, но прикольный. Так, пока вот это скинем. То, что мне пока не надо. Вот, закидываем, скидываем, перекидываем. Язвочка, за сколько ты улетаешь с моего Скара? За 4 секунды? Да какие 4 секунды? За 4 миллисекунды. Пошли вон отсюда, гаденыши вонючие. Все, быстренько здесь лутаем, по-быстренькому, да. Вот, идем дальше, себе спокойно, легонько, водичку возьму, пускай будет. Так, вот тут что-то есть. Ну да, есть веревка, конечно же, без веревки мы не залутаем этот ящик. Давай ее уберем сразу. Вот, водичку попьем, 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 это заберем. Вот, пока что нет, блин, а где же транзисторы мои? Е-мое, транзисторы где? Бум-бум, бум-бум. Вот тут, конечно, вряд ли они выбьют стену, но посмотрим. Тут молоточек, молоточек, молоток. Все, пацаны не выходят. Ну ладно, не выходят, так не выходят. Давай еще два ящика сверху и идем в подвал. В подвальчике мы с вами обязательно заберем все дела. Вот эти, которые нам нужны. До свидули. Не, скарщик, конечно, имба. Просто имбическое имбище. Пошли вон. Во, хорошо. Так, здесь у нас что будет? Что будет, что будет? Ту-ру-ту-ту-ту. Ничего не будет. Очень плохо. Ту-ту-ту-ту-ту. Так, вот тут посмотрим. Блин, придется домой, наверное, ребятки, идти. Понятно. Индюшка, индюшка, индюшка. Давай вот сюда пойдем. Бу-бум. Все, здесь у нас это саморезы, которые нужны были, да, для собрания бараков, этих всех приколов. Вот, ну у нас осталось два предмета собрать. Это минивэн и гараж. Там, по-моему, как-то он называется, не помню точно. Ну, что-то типа такого плана. Ну вот, пробегаем здесь быстренько. Давайте сделаем месиво. Тут, короче, серьезное. Хо-хо-хо, let's go, поехали. Вот это я понимаю, Скарчик работает не по-детски. Ой-ой-ой, как мне везет на Скар, смотри, я просто сбиваю их хламину, но не умираю. О, еще один пришел. Так, тут ничего нету, зачем я сюда зашел?
Так, вот здесь может быть в ящике, конечно, что-то может быть, конечно, но я не уверен, но все посмотрим. Так, смотрим, шурупчики. В основном выпадало по 3, по 4, по 5, я не помню сколько. Вот, есть 3 транзистора, заберем, конечно же, заберем. Все, эти все ресурсы, давай я, наверное, отправлю на у меня пока есть место, и мы потом отправим. Вот тут проход есть, я не понимаю, почему я туда не могу пройти. Вот тут все 4 мы ставили, видите, на мини-карте прохождения, это... По-моему, на заправочку у нас. Ну, мы сейчас пойдем на заправочку. Ой, сейчас мы на заправочке разберем, пацанов. Но главное, я забыл, ребятки. Я просто по откату все откатываю. Вот, и там время пришло, в 3 часа ночи. Я набираю будильник себе, нажимаю там проснуться без 10:03. У меня в 3 часа ночи откат. Ну вот, проснуться, пока раздуплюсь, пока туда-сюда, пока компьютер включу. Короче, такая борода, голова, блин, ходит ходором. Я не понимаю, в какой я галактике нахожусь. Но все же раздупляюсь и по чуть-чуть потихонечку прохожу. Я прошел стоки. Потом думаю, зачем мне проходить заправку, если я смогу потом отдельно это все пройти. Ну, дело такое. Главное, чтобы мы не забыли. Вот сейчас мы как раз пойдем, это все напомним, да? Ну, вот сюда 2 часа откат, кстати, 2 часа. Через 2 часа Siri я позвоню. Вернее, так. Siri, установи таймер на 2 часа 40 минут. О. Все отлично. 2 часа 40 минут таймер пошел. Так, все. Чтобы не забыть, у меня Siri будет звонить. Вот, и я потом опять зайду, я не буду ждать, конечно, видос. Я хотел, конечно, чтобы мы зачистили с вами, ну ладно, ничего страшного, это не проблема, я сам бегаю, активирую, может, в следующий раз почистим, посмотрим. Но лучше, совет такой, что если вы идете именно сюда, да, вот, сразу чистите, потому что если вы не зачистите, то, в принципе, я думаю, что... Можно забыть, конечно же. Так, что еще тут купить? Хватит, наверное. Я не знаю, что тут почистить еще. Ладно, пускай так будет. Ну вот, тут у нас еще ресы у меня, по-моему, лежат. Они не лежат уже. Так, окей, а что тут у меня творится? 46 прокрутов есть. Ой-ой-ой, можно прокрутить, да, несколько раз. Давай разочек крутанем какую-то штучку. Йеху! Кстати, знаете, сколько у меня крышек? Ребят, я готовлю вам для вас такой ролик. И очень-очень интересный. Вот, вы должны обязательно поставить лайк. Я вам прямо сейчас покажу. А вы потом напишите в комментарии, какой я ролик для вас готовлю. Вот, я думаю, что вам он понравится. Очень сильно, очень люто. Ну вот, но вы главное должны поставить лайк, а я вам прям вот сейчас и покажу. Смотрите, фу-бум, фу-бум, вы поняли, да, что я готовлю? Ну, кто не понял, тот потом посмотрит ролик и поймет. Так, все, тут понятно, я вам показал, вы должны уже знать и написать мне в комментарии, какой ролик для вас я готовлю. Вот и все, так, это вообще удалим, это заберем. Ну, пока место есть, я не знаю, жалко, что нету отправить здесь. Давай пока я скину вот то, что не нужно. Вот то, что не нужно. Мы скинем пока что сюда. Пускай оно тут лежит, мы, не знаю, его нигде использовать не будем. Пускай оно тут будет, чисто так вот, чтобы место не занимало. Все, полетели дальше. У нас получается локация шоссе на заправке. Поехали на шоссе. Шоссе у нас просто сейчас разлетится. Здесь есть движок, да, можно забирать для механика Джейн, или как ее там зовут. Вот. Но это чисто на новичке. Здесь, на моем основном аккаунте, как вы знаете, у меня как бы ресов много, и я могу себе позволить ходить с любым абсолютно оружием, которое мне понравится, и убивать любого зомби на любой локации. Вот. Даже не жаль это всего. Так, это берем по-любому. Пошел вон отсюда, гребаный индус. Так, пошел вон ты тоже. Вот это мощные пацаны, ребята. Так, что тут за толстяк? Улетел, дядя. Там вообще какая-то движуха сверху стоит. Сейчас мы посмотрим, что у нас здесь. Так, давай хилочку возьму. Ой-ой-ой, там что-то происходит. Надо спасти какого-то выжившего, наверное. Ну, давай посмотрим. Эй, выживший. А ну, пошли вон от пацана. А ну, пошли вон. Фух, спасибо. Ого, прикинь вот этому челу. Чел залез туда на грузовик. Такого еще я не видел. Вот это, конечно, спаун интересный. Так, что у нас здесь?
Бегун, ты умер? Ну, наверное, умер. Но нам нужно пойти вниз в первую очередь. Давай мы сходим вниз, откроем, там ящик есть. Вот, чисто посмотрим, что там в ящике есть вот тут, да. Вот, может что-то выпадет, какой-то транзистор плюс будет. Это будет хорошо, прекрасно. Бабам, на тебе транзистор, на тебе хилочку. Давай заберем вот так вот. Изоленточку, это чисто на топоры. Вы знаете меня, я же рейдер. И мне нужны топоры, миллион топоров. Так, здесь проходим, проходим, проходим. Ля-ля-ля-ля-ля, тут пролетаем. Так, два ящика вижу, вот, первый ящик и второй. Первый, ага, тут еще зомбаки. Тут сверху, по-моему, ничего нет, если я не ошибаюсь. Тут, да, чисто вот так вот зомбаки стоят, чилят и все, больше ничего. А как он бежит, вот скажите? Ага, вот как, понял. Грузовик такой здоровенный, это жесть, конечно. А где мужик делся? Смотри, тут был мужик, уже нет мужика. Был пацан, нет пацана, потому что нету его опять. Вот, значит, забираем наши свечи, две штуки. Ай, красава, братан, красава. Ну, вот что сказать, ребят. Топовая песня, топовая. Так, вот здесь еще открыть, пошел вон. Пошел вон. Так, здесь у нас что есть? Эх. Транзистор бы выкачать отсюда. Хорош, спасибо, брат. Спасибо, транзистор у меня уже есть. Так, 6 штучек, я надеюсь, может хватит, может нет, не знаю. Вот, ну все, эта локация абсолютно зачищена, как нужно. Что нам теперь осталось сделать? Это фабрика. Пробежаться по фабрике. По фабрике. Я не знаю, в стоки пойдем, не пойдем. Но можно будет сбегать, наверное. Так, фабрика, я не знаю, мы же числили за провиант. Обновилось время, правильно? Обновилось время? Обновилось. Значит, у нас как бы, ну, скажем так, может даже и не быть антенны. Но я схожу, ребят, я схожу, покажу вам, сколько у меня осталось антенн. Вот, ну, то есть, вернее, сколько я уже собрал. Вот, я хочу максимально, наверное, собрать. Пока этот ивент идет, мы с вами пока соберем, да. Так, 3 из 6, тут у нас ящик нет. Кстати, мы зачистили, а зомби-то остались. Как это вообще бывает? Давай, пошел вон, дядя. Опа, до свидули. Так, третий уровень ящика, забираем. Так, 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 давай подхилимся. О, май гадебел, Герман. Неплохо так, неплохо. Так, тут вообще, ребята. Так, подожди, давай я эту. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Хорош, так, стопарик это домой поедет. Вернее, не домой, а на заправочку. Так куда? Куда, 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 куда? Засранцы вонючие, пошли вон. Так, тут тоже плюс 3. Плюс 3, так, это мы там открыли ворота. Вот, и еще нужно будет транзисторы по-любому. Здорово, я зашел у вас зарейдить, пацанва. Иди сюда, хоп, 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 хорошо. Так, тут электричество не работает. Ну вот, надо, во-первых, вот тут сделать ветер. Так, здорово. Здорово, толстячок, бум, хорошо, открываем здесь. Ну так, пролетим все локации, которые нам нужны. Так, хилочка, вода, давай заберем. Так, что тут, перекрыть газ нужно, да? О, эй, гори-гори. Оп, не попал, брат, не попал, и ты тоже не попал. Дружок-пирожок. Так, а здесь у нас хватит? Не, не хватает два транзистора, что делать, пацаны? Что делать? Не знаю, но мы попробуем. Так, перекрыли. Ай, заперто с другой стороны. Да какая разница, я уже все открыла, но позапирали тут все. Непонятно. Может здесь будут транзисторы? Вот тут могут быть, по-любому. Бабам, ни хрена нет транзистора. И что, вы мне скажете, что я не зайду в подвал теперь? Зайду в подвал. Только не открою еще один ящик. Да и хрен с ним, мне нужна только антенна. Вот и все. Главное то, что нас пустили в подвал. Вот и все. Вот и все пироги. Заброшенная фабрика. Ага, электричество бьет по жопе. Поехали. Перекрыли, не перекрыли. Здесь прошли, не прошли, пошли вон. Есть, готово. Так, здесь у нас что? Электричество раз, есть, да. Вот тут, по-моему, два, есть, хорошо. И здесь у нас осталось где-то вот тут что-то тут, наверное. Нет, тут мы ничего не сделаем. Вот тут мы можем перекрыть, перекрыть, перекрыть. А тут перекрыть. А, то тут все перекрыто, наверное. Так, а что у меня хилки так мало? Давай вот так вот, чисто подхилим там, что осталось. Так, здесь ящик. Ага, понял. Тут нужно тоже. Где еще перекрыть-то? Я не понимаю. Вот, ну ладно.
Пошли вон, вонючие гаденыши. Где-то в другом месте должно перекрытие быть. Вот, по-любому должно быть. Я где-то пропустил, ребят. Где-то я пропустил. Так, тут нет, тут нет. Мне кажется, что вот тут, а почему оно не работает? Почему оно как-то не работает? Ля-ля-ля-ля, тут нету. Тут нету, тут мы были. Показалось, как будто черешня. Видите, как в портфеле у меня две точки красных. И здесь как будто тут черешня лежит. Охренеть просто. Что это за приколы? А, вот, все, нашел. Так, все, давай откроем ящик. Ну, какие-то транзики возьмем. Транзики, транзисторы. Так, это у нас поедет на минивенчик. Так, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Нету ничего. Вот, иногда, конечно, выпадали антенны с этих ящиков. Я не понимал, чего, почему, зачем. Ну, как-то так было. Вот, кто-то спрашивал, вот этот генератор можно вынести? Да, вроде бы он не выносится, ребят. Он не выносится, вроде бы на лестницу с ним зайти нельзя. Но дело такое, мне генераторы в принципе не нужны. Ай, Скар сломал, блин, ё-моё. Сломал Скар, не хотелось бы ломать. Ну ладно, этого нам хватит. Так, одна антенка, берем хилочку. Ну, в принципе, норма. Все, это у нас зачищено, выходим. Так, давайте, может, все-таки в порт залетим. Или, может, ну, его в одно место, не знаю. Вот, ну, так вот, пробежались, чисто посмотрели. Мне сейчас закинуть эти все приколы нужно будет. Значит, все тут зачищено. Я не знаю, когда оно откатится. Что у нас по, скажем так, по сезону? 8 дней, 8 дней, ого, брат, много. Я хотел посмотреть еще в календарь, значит, у нас большая охота, это раз. Ежедневный бонус, это два. Бункер Браво, я не помню, что там такое выпадает с бункера, но, в принципе, можно было сбегать. Щенки у нас, кстати, можно будет закинуть. Арена будет, бункер, бункер Альфа, вот это я бы на новичке сходил. Вот, очень бы круто было. Вот, и испытай свою удачу. Тоже неплохая вот тема. Ну, чуть-чуть выйдет обнова 28 сезона, и там будет уже по-другому. Я уже смотрел альфа-версию. Там уже, скажу одно, что будет тема с ПУшечкой очень топовая. То есть для новичков это будет имба, скажем так. Ну, такая инфа. Так, ладно. Ну что, ребят, я не знаю, есть ли смысл мне бежать дальше. Забираем давайте все награды. Что тут дают нам? Ящики разные. Стула дают какие-то. Кирпичи дают. Титан дают, хорошо, ящики. Кстати, сколько у меня уже ящика? Два посмотрим. 200, по-моему, 252 ящика уже насобирал. Ну, еще 750, ребят, я сделаю топовый ролик. Еще 750, да, не будет это быстро не делается, а чуть-чуть по времени. И мы сделаем ветер, конечно же сделаем. Так, надеюсь, вы хотите такой ролик. Напишите в комментарии, хотите ли вы или нет. Так, значит, все у нас окей. Значит, поехали домой. Поехали домой, я уже не пойду тогда вот сюда, потому что тут я зачищал асбест. Вот, мы уже пойдем через 3 часа, я лично пойду отдельно уже, потому что смысла мне бежать туда нет. Ну, вроде бы все вам показал, рассказал, не знаю. Насчет темы нашего домика, вот этого, да, вы спрашивали, как это будет, поселение, кто-то там мне писал. Я уже говорил вам один вопрос. Моя личная версия, это вообще мое личное мнение, вот тут. Нам нужно будет сделать мост, скорее всего. Нашу базу поставят вот здесь, примерно, да? Ну, может, вот тут, я не знаю. Ну, короче, возле моста могут поставить, например. Вот, когда поставили базу, мы откроем новые территории и так далее. То есть, моя версия такая, что вот этот мост мы будем делать. Я лично думаю, ну, зачем он здесь сломан? Как будто, не знаю... Ладно, Антоновский мост. Ну вот, но поехали. Короче, давай посмотрим. Сейчас сколько ресурсов мы возьмем, сколько затарим. Ну, чисто в поселение закину, что там у меня есть. Я вам покажу, сколько у меня ресурсов дома осталось. Вот, сколько птички ночью. Что делает? Давай посмотрим. Птички мои любимые. Уху. Они, наверное, спать пошли. Спать. Они, смотри, летают. А если мы вот так вот станем? Чух. Ой, какие они красивые. Фух, класс. Просто класс, ребятки. Ох, как я люблю эту всю тему. Так, значит, смотрите. У меня есть вот такое вот, скажем так, типа сохранение.
болтов маловато, надо будет еще пару раз сбегать на подвальчик, намутить болтов. Я не знаю, в будущем, может быть, оно будет, не будет. Удалиться, удалиться, не удалиться, подойдет куда-то, будет прекрасно. Вот и все. Я лично думаю, что эта тема очень хорошая. Так, что еще я хотел? Это посмотреть вот тут, может здесь у меня что-то лежит, я не помню. Нет, тут ничего не лежит у меня. Ладно, так, ну что, давай тогда в поселение полетели. Я закину эти все ресурсы. В принципе, показал вам новых птичек, скворечник. Показал вот эти ящики. Зачистил провиантом все локации, которые обещал. Ну и, конечно, мы прошлись по локам, которые дают эти ресурсы, которые будут нужны когда-то, где-то, с чем-то в будущем. Вот и все. Вот так вот пробежали. Тут мы все собрали. Вот, и здесь мы закинем сейчас ресики. Сколько у нас там осталось, не помню, 6, 9 будет у нас. 9 и плюс мини-вэн. Мини-вэн плюс 2. Это хорошо. Пятерочка осталась на мини-вэн, друзья. А что у нас по заданию? Закончить ремонт мини-вэна. То есть даже мини-вэн будет быстрее, чем, наверное, скорее всего, вот эта постройка гаража. Если там половину, и здесь практически тоже половину. Ну, короче, оно примерно в одно и то же время, может, один день разницы будет между гаражом и минивеном. Скорее всего, это так. Ну, хотя с минивена выпадает по одной свечке и две. Ну, вот, вы уж видели сами. Ну, короче, ребятки, вот такие вот пироги. Небольшой видеоролик вам пробежал, показал. Ну, вот, если вас интересуют, например, какие-то ящики с магазина, вот, магазин, да, если вас интересуют, можете писать, мы можем разобрать, посмотреть, что выпадает. Но я всегда беру какие-то новенькие ящики, которые вот здесь появляются, и мы с вами вот поставили скворечник, он так... птички нормальные. Так что вот такие дела. Не забывайте заходить в мой телеграм. Будем разыгрывать мой портфель черешня. Обязательно, чем быстрее вы подпишетесь, тем быстрее сделаем розыгрыш. Вам спасибо за просмотр. Всем удачки. Всем пока, ребят.